В Ачинском детдоме сегодня утром начался пожар. Около 9 утра там сработала сигнализация. Здесь живут 80 детей. Большая часть из них в это время была в школе. Оставшихся 17 педагогов и 14 детей срочно эвакуировали. На месте работали 6 спецмашин и 2 десятка спасателей. Как выяснилось, пожар начался в одном из учебных кабинетов на втором этаже. Там вспыхнула проводка. С огнем справились быстро. Запахло дымом. Рядом утром, господи, помыла техничка и закрыла, все было нормально. Потом дым пошел, открыли, там дым. Причина сработки сигнализации оказалась короткое замыкание электропроводки в распределительном щитке. Площадь пожара составила 2 квадрата. Действия персонала грамотно оценивается, то есть вовремя организована эвакуация.